более 5 тысяч иностранных граждан, въехавших в Россию без виз в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, до сих пор не покинули пределы страны. В этом пятницу рассказал замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Андрей Краюшкин. По его словам, более 5 тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию по паспорту болельщика, в настоящее время находятся в стране незаконно. Всего же, по данным МВД, в период проведения футбольного чемпионата летом 2018 года по специализированной карте зрителя в России въехали 650 тысяч иностранцев. В основной массе они оказались законопослушными и своевременно покинули страну, отметил полицейский. Но тем не менее, по состоянию на 31 декабря прошлого года, чуть более 12 тысяч человек все еще оставались в России. Благодаря нашей совместной с ФСБ работе удалось сократить эту цифру до 5,5 тысяч человек, отметил Краюшкин. Он также выразил надежду, что проводимые все сейчас мероприятия позволят выдворить тех нелегалов, остальных нелегалов до 30 марта текущего года. В пятницу в РИО начальника ОМВД МВД России Валентина Казакова назвала и общую цифру по иностранцам, находящимся на территории России. По ее словам, миграционная ситуация остается стабильной. По состоянию на 1 января 2019 года в России находится 9,7 миллиона иностранных граждан. Основной поток трудовых мигрантов образуют граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Более половины всех трудовых мигрантов находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области, рассказала Валентина Казакова. Как видим, даже трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии не хотят ехать в российскую глубинку, оставаясь фактически в двух городах России – Москве, Санкт-Петербурге, ну и Ростовской области.